все перемены чистоты и гигиены. Если ваши части тела выступают не по делу, если вируса, бактерии, не хотите представления, все, что нужно, подберу я в аптека.ру. Понедельник в Самарской области ясно и без осадков. Днем минус 7, минус 9, ночью 8-9 градусов ниже 0. Южный ветер подует со скоростью 3-5 метров в секунду. Сохранится повышенное атмосферное давление. В Сызрани солнечно, днем минус 7, ночью минус 8 градусов. Южный ветер 4 метра в секунду. В Тольятти ясное небо, днем минус 7, ночью 8 с минусом. Ветер южный 5 метров в секунду. В Самаре ясно и без осадков, днем минус 8, ночью 9, ниже 0. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 779 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 37%. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.